если человек себе способен поставить цель в жизни, то неважно, талантливый он или не талантливый, он способен добиться наивысших результатов. Я себя считаю неталантливым гонщиком, но благодаря тому, что я себе когда-то в детстве поставил вот эту вот цель и свято эту цель, к этой цели стремился, выполнял эти задачи, искал, попадал в тупики, выходил быстро из этих тупиков, переходил на правильную дорожку, то результат не замедлит сказаться. Я желаю всем спортсменам всего мира этой цели в жизни.